Максимом. Делаем скет и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. Всем привет, мои хорошие. С вами я, Светлана Ата. И сегодня очередные посиделки на кухне. И у меня, знаете, какая идея? Ашкем не знает сейчас. Мы выпьем кофе и вместе с ним ответим на ваши вопросы. Потому что, может, вы хотите услышать от него ответ на данные ваши вопросы. Сейчас я его позову. Подождите. Ашкем! Бакар мусенес? Кофе и последние конфетки. Ашкем, буюр. Буюр, джаным бенем. Вот тур. Поздоровайся. Привет. Привет, мои хорошие. Скажи. Привет. Туда смотри, спасибо. Вот сюда. Привет, мои хорошие. Привет, мои хорошие. Ура! Ашки, молодец. Короче говоря, Ашки, вот как ты? Насылся. Мы не видим вас с Ашкой вам друг друга, потому что я все время в делах, только что закончила влажную уборку, попылесосили, он поднял эти диваны, я быстренько убрала во всех комнатах, но я же шустрая такая, позитивная. Ух. Зумбу мы сегодня не делали, потому что некогда было, если честно. Давай сейчас Ашке бусон везем, чоколад, последний. Гуфрет. Гуфрет, какой ты хитрый. Все гуфрет сомнется. Ашке, бегуны душунду. Берабер чива переджес. Йорум. Вместе говорю, вместе ответим на вопросы. Сорок. Дур. Открою сейчас. Ой. Ашка, ничего выш мир не было. Кайдозом. Не обмаклязим. Вот это не вообще. Мы сейчас будем отвечать на те вопросы, которые не именно вопросы. Давай, ты еще кредит. Ну, привет. Так, Ашка. Ну тут советы. Маргарин лучше добавлять в замешанное тесто, где я тесто готовила. Ну, знаете, что маргарин дёрлар бен хамур яптым бусынидил. Дёрлар ичерин такой макрязим. Сонраны заман хамур хазы. Ну, каждый по-своему. И все равно я так делаю, и у меня хорошо оно подходит. Молодец, спорт, супер, хорошая энергия, да, спорт, без спорт, чок энергия лыёрла, это обеки, без позитива лыёрус, энергия лыёрус, и морала лыёрус, хэпа лыёрус спорта, со спорта мы всё берём, и позитив, и энергию, и всё. Как интересно, каждый день готовите свежее и другое, и подаете красиво на подносе. Ашкем, не дьорлар, чок ильгич хэргюн сис емек я пишири йорсунус. Тазе, и гюзель бен насли, сервис я пьору. Сервис? Сервис. Ну, он понял. Хаклым он лары? Хакла. Гюзель я делаю? Они правы, говорят, да. Знаете, что мне приятно, что турк баяллар, геопхэр, Хайтулиева. Мерхаба, гюзель, аблам. Сизи, хэр гюн из Лиору. Сизи, сайорус. Тэшэкюрэ дэрим, аблам. А, бирбаян бана языор. Эвкадын чок и ресторант. Ресторант. Сен билёсан, ким ресторан вар? Не бельмим, милашка. Ама, турчи бельмиор. Ресторан, ресторан. Чок, эмек вар, сонра калории хаджир Лиорсунус. Хэппи языёрлар. Все только хорошее. Пишите, мои хорошие. Я даже еще на YouTube не зашла. Вот сейчас с Ашкымом. Светик, сними потом отзыв об уходовых средствах для волос. Привет супругу от нас. Алёнушка, спасибо. Алёна. Мерсинден. Одьёрсен сорай видео. Я чек сен некулан. Вы знаете, что мне волосы бардагаи. Беним сачлар. Насыл. Бир баян не дьёр. Кесмек герек. Сора иниор. А?
Несколько мне женщин, подписчиц, посоветовались: отрежь волосы, и потом будет хороший на лбу. Кисима. Вы видите реакцию моего Ашки? Он не любит короткие. Ашки, дёрла кес. Там зачем затем узаты замки? А он говорит, когда вырасту, тогда ты отрежешь. Вот вам и ответы на все ваши вопросы. Зоя Мухдисова, что за бизнес? Я из Казахстана, хотелось бы тоже зарабатывать, как вы. Зоечка, напишите мне в Инстаграме, я вам все объясню. Здесь не имеет смысла, и у меня нет времени писать столько. Нужно поговорить, мы созвонимся, вы напишите в Инстаграме, потом я напишу вам мой номер телефона, и мы созвонимся. К сожалению, здесь я не могу поставить номер телефона, потому что нельзя. Бирбаян Дьор и Шичин Ильгинчвар, Ильгинчиш, бизнес, бин, насыл пара казам Юру. Ама Бен Дьором Инстаграма, он же язын, чунку борода, коямам, биним телефон номера. Потому что не все есть нормальные люди, будет беспокоить. А, Света Неденчок, Емек Пишири Йорсун, Ахшам Емеги, Кавалты, Чорба, Тавук, Пилав, Ики Салата, Татлы. Диор, у меня два взрослых сына, готовлю на завтрак чай или кофе с бутербродом, утром не хотят кушать, на обед суп с мясом, салат на ужин, второй гарнир мясо-салат. Все, да, они едят и больше не съедят. Вы знаете, что в Турции так принято. Мы тоже не кушаем это все. Хэп емьёрус бис. Ама, икинчи гюн, сэн еджек мысын? Йёрм, икинчи гюн. Неса не йорсун, чорба иногда. А, я говорю, ты на второй день... Говорю, ты на второй день будешь... Ики гюн нормал. Ну, на второй день я его приучила есть суп, это и то он на второй день съедает половину, естественно, я все это выбрасываю. Вы знаете, что я от своей мамы никак не могу привыкнуть к чему? Готовить мало. Она всегда готовила и готовит большими кастрюлями. И я никак не могу приловчиться мало, по чуть-чуть. Салаты мы всегда выбрасываем, мы не доедаем. Я вообще сейчас в последнее время мало стала кушать. Хлеб вообще не кушаю. Азы йорум дьорум. Салатов и под йорус пис. Но ничего страшного. Турки, они не считают, что это что-то. Мы как... Я раньше, знаете, что... Все доедала, вот кило набрала. А сейчас уже выбрасываю. Yani bize öğretilen, mesela, aslında olması gereken şu. O büyük... bayram gibi diyorlar, çok yemek var sizde. Bizde. Как на праздник у нас много. Bizde öğretilen aslında normalde olması gereken, yani her insanın, her midesi olan insanın yapması gereken şey, aslında doymadan kalkmak. Fazla yemek değil. А, он говорит, что нужно, короче, вставать. Ну, калкмак, надо вставать со стола, не доедая. Чуть-чуть, ну, не обжирая. Сорашки, без не, я пьёрус. Без фазда йёрус, а устюне сода. Да, мы, говорит, много кушаем, и потом сода. И не иль, я, дамек стыдно. Салыхлы не иль, я. Понятно, Ашки. Ама... Ne yapacağız? Az yememiz lazım. Az yiyeceksin, az konuşacaksın, az uyuyacaksın. Söyle bir şey. Ya benim bildiğim öyle. Ama uygulamada sorun yaşıyoruz. Ya biliyoruz aslında ne yapmamız gerektiğini ama herkes gibi. Вы знаете что? Вот опять мне написали про волосы мои. Алла-ла-ла, приведи свои волосы в порядке. Да что ж такое? Ашкин, ини дёрлар, сачлары, дюзенли. А, вы приятные, только волосы свои приведите в порядок. Я понимаю, что туркам нравится блонди, но для вас это плюс 5 лет. Боже ты мой, моя хорошая надежда. Ну как мне их привести в порядок? На лысо подстричь? Ну скажите, ну не смотрите на мои волосы уже, в конце концов. Бендюру бакамайн, бенем сачлары. Ну я пойдем. Блонд у меня уже отходит. Ну мне и дюрлар бенди. Сачлары уверены. Сачлары он имли, ама. Ну я пойдем. Ой, знаете что, хватит. Сегодня я потом посмотрю ЕТР. Хады биску нушались. Чунку, о, чук зор.
biz canlı bir gün yapacağız. Sonra soruları alacağız. Evet. Мы в один день, точно, один день, aşkım, bir gün. Hadi yapacağız canlı. Yapalım. Ama sen gün akşam sen izliyorsun haber, maber. Survivor. Угу. Survivor смотрит. Не получается у нас никак. Так что, мои хорошие, всем соле, не и хабер, вар мы? Хабер и... И хабер? Угу. Yani şey diyorlar yani üst noktada virüs şu anda. Aşkım radikal. Öyle oldum da. Üst noktada ne? Bitiyor o virüs. Bitiyor. Sana nasıl anlatacağım şaşırıyorum o yüzden. Şimdi limit belirlemişler. Şu anda üst seviye. Sonra aşağı doğru inecek diyorlar. Hastalıklar. Тедаве лечить, контролировать. А, ну, короче говоря, это потом будет контроль, лечение. Знаете, что хочу сказать? В Грузии объявили комендантский час. Гюрджистан'да сатлары карантин çok ciddi, ciddi карантин. 9 saat sonra 6'da kadar sabah olmaz çıkmak dışarıya. Cezaya 3 milyard. Сейчас я вам переведу. В Грузии объявили комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Кто выйдет, друзья мои, из дома, 3000 лирий будет наказывать. Наконец-то. Потом, а мой зять, представляете, вчера позвонила, сегодня, говорит, вчера было 37. Так я переживала, а врач ему сказал, что не переживай, говорит, это от стресса. Ну, 6 дней у него прошло, 6. Еще ему надо... Gürcistan'da karantinaya o hal ilan etmek çok kolay çünkü hiçbir fabrika yok. Çalışan fabrika yok. Говорит, для Грузии то, что закрывает, легче, потому что фабрика yok ama başka insanlar çalışıyorlar bize. Turistler. Kim var? Taksiciler var sadece. Aşkım, turistler geliyorlar. Şimdi de iyi. Tamam da şimdi turist mi var? Nerede turist? Aşkım şimdi... Bütün hava yolları kapalı. O arabalar kapalı. Hayır, başlıyor. Nisan'da başlıyor turistler. Başlayamaz şu anda kimse. Herkes bizde kazino var. Kazino var, çalışıyorlar. Çok kazino var. Seyahat onlar. Много приезжих работают. Много людей переехали. Turizm yok, turizm öldü. Da, dünyada turizm öldü. Sen buradan başka şehre gidemiyorsun. Ne turizmi? Ülke değiştiremiyorsun. Все у нас погорело. Şimdi sen buradan niye gidemezsin? Anlatman lazım kendini. Bu yüzden gidiyorum. Он говорит, ты сейчас здесь и в них не поедешь, потому что надо объяснить. Sen tutuyorsun, başka ülkeye gitmek mümkün değil. Другую страну. Да, туризм это экономика, но будем держаться, боженька, помоги нам всем. Bugün Erzurum'da. Allah Allah. Bugün Erzurum'da Çinli'yi görmüşler, tutuklamışlar. Şey tutuklamışlar derken hastaneye almışlar karantinaya. Kimi? Erzurum'da Çinli'yi. Çinli var mı? Çinli var. Almışları Çinli'de. Almışlar hemen ambulans hastane. Aa, evde oturdu. Geziyormuş sokaklarda. Китайцы гуляли в одном из турецких городов, шехир. Erzurum diye bir şey. Erzurum и полиция их взяла и отправила в больницу. А хаста onları? Bilmiyorlar işte. Görünce hemen всех китайцев сразу всех хватает. Ondan sonra ambulans. Так что вот мои хорошие. Hastane. Сколько там мы натикало нам? Korkuyor insanlar. Onu demek istiyorum yani. Ну все, давайте. Мы закончили пить кофе. Сейчас, Сашка, вам есть у нас дела. И буду готовиться к ужину. Ну что, давайте, до встречи. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Сегодня на ужин решила приготовить булгур, плов из булгура с овощами, специально, чтобы записать вам рецепт, который вы видите в плейлисте «Готовлю дома». Ну, многие меня спрашивают, как вы готовите, поэтому я решила записать вам это видео. Вот сейчас в процессе жарки, мои хорошие, будем со Шкемом ужинать. Вот и готов мой плов с булгура. Посмотрите, какой он вышел красивый, а какой он вкусный, друзья мои, вам просто это не передать. Так что, мои хорошие, используйте этот рецепт в вашем приготовлении. Всем пока-пока, с вами была Светлана. Да, кстати, идею мне подала канал Савченко Мила. Смотрите ее, она предлагает очень интересные рецепты. Заходите на ее канал, подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите ее. Елена очень
интересный человек, и у нее очень интересный канал. Всем пока-пока. Мои хорошие, и вот я приготовила ужин. Посмотрите, какую я сделала сервировку красивую. Я забыла это слово, посмотрите. Вы видите? Ашки, голубцы. И также я ему соус положу. Все, пока-пока. С вами идем кушать. Ашкем смотрит уже, как голодный. Пошли бы. Пока-пока.